К 2024 году в каждой школе должен появиться свой театр. В нашем регионе повышение квалификации в рамках курса «Методика преподавания основ актерского мастерства в школьном театре» для педагогов осуществляют на базе Центра дополнительного образования «Лапландия». Подробнее в сюжете Елены Громадчиковой. И когда нас представили государство... И графиня снова рассказала свой любимый поучительный анекдот. Артисты не только развлекают зрителей, но и преподают им полезные уроки человечности, сострадания и любви, что очень важно в процессе воспитания детей. По инициативе Минпросвещения к 2024 году во всех школах появятся театры. Подготовку учителей для реализации проекта в нашем регионе взял на себя Центр дополнительного образования «Лапландия». Театр как синтез всех искусств, мне кажется, в каком-то смысле и сложнее, и проще всех остальных видов детского творчества. Для него не нужно обладать какими-то особыми там, отдельными талантами, как, например, там, для вокала или хореографии. Поэтому, в принципе, в театральном кружке может заниматься любой ребенок, который посещает любую образовательную организацию. И школьный театр действительно... Чем он удобен, что дети учатся раскрепощаться, дети готовы к любой работе, которая связана с общением с людьми, а мы знаем, что это, в принципе, любая работа потом в дальнейшем будет связана с общением с людьми. Курс переподготовки учителей включает в себя 72 часа теоретических и практических занятий. Участники с головой погрузились в новое для них направление. Курс великолепный. Раньше каждому человеку, наверное, который руководил вот таким предприятием, было очень сложно в плане того, что многие вещи мы просто высасывали из пальца. А сегодня мы имеем возможность работать с настоящими мастерами. Людьми, которые заняты своим делом, и, мне кажется, все занятия проходят настолько быстро, что мы не успеваем оглянуться. Вот 2 часа прошло, как на одном дыхании. За долгие годы педагогической практики это впервые такие интересные, инновационные, интерактивные курсы. Мы познакомились с очень интересными педагогами, преподавателями. Мы не хотели вчера отпускать наших педагогов, готовы за ними идти. Они нас очень много всему научили. Занятия и теоретические, и практические были. И сегодня вы даже стали свидетелями. Мы очень много двигались, мы прожили не одну сценку. Мы все испытали на себе. Мы обменялись контактами с нашими педагогами. У меня как человека, который с театром знаком не очень близко, данные курсы наполняют информацию очень хорошо. Много всего интересного, занятия прекрасные, педагоги прекрасные, много практики, что немаловажно. Дают хорошие упражнения, которые в дальнейшем можно будет проводить как раз-таки с детьми, они несложные. Главное все запомнить, подготовиться получше. В следующем году, я думаю, что успешно можно будет реализовать все на базе школы. Как утверждают сотрудники Лапландии, программа профессиональной переподготовки уникальна и состоит из мастер-классов от артистов театра Северного флота, педагогов детской театральной школы. На данном этапе она связана с основами актерского мастерства, а в дальнейшем превратится в курсы по режиссуре и постановке. За этот год планируют подготовить несколько десятков школьных педагогов.